На проспекте Столетия Владивостоку частичное изменение дорожного движения. Теперь недалеко от фабрики «Заря» оно будет односторонним. Но это не главная автомагистраль, а внутриквартальный проезд. Если конкретнее, то от 136-го дома можно двигаться в сторону 130-го. Здесь стоит знак «Конец одностороннего движения». В обратном направлении ехать запрещено. Дом и подъезд выходят почти что на дорогу. Как бы и не выйти безопасно, ни с ребенком пройти безопасно. Вся пылища, все. Потом, когда двухстороннее было движение, тут иной раз до драк доходило, что машины не пропускают. Поэтому правильно, своевременно это сделали, давно нужно было это сделать. Сейчас нововведение запущено в тестовом режиме. Уже установлены знаки и проинформированы жители близлежащих домов. Но уже с 10 октября ситуацию возьмут под контроль, а нарушителей нового правила будут наказывать. Наконец-то пробки не будет около дома. Все? А вы здесь живете, да? Конечно. Не нужно оно тут. Нужно? Нет. Нет? Почему? Нет. Непривычно. А вы знали, что движение одностороннее? Нет. Только что узнал. Только первый раз. Так я вообще не местный, только что заехал и попал. Я вот сейчас вот это доехал, ну и удивился, что стоит знак. Предупреждение знаки. Я не знаю как. Ну в смысле, я ехал, еду не туда. Я не знаю, как развернуться. Или здесь, либо... Ну то есть здесь, на этом участке я не смогу же развернуться. По словам представителя администрации, введение одностороннего движения на этом участке дороги должно решить проблему с многочисленными авариями и заторами в этом районе. Ирина Мокрицова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.